Первые ракетки мира Кербер и Мары вышли в 1/8 финала австралийского турнира. Британец в матче третьего круга обыграл американца Сэма Куэри и теперь сыграет с представителем Германии Мишей Зверевым. А немка Анжелик Кербер обыграла чешку Кристину Плишкову со счетом 6-0, 6-4. В следующем раунде ей предстоит встретиться с американкой Коко Ван де Вега.